Сегодня Всемирный день беженцев. В этом году в Латвии его отмечают не так, как в предыдущие годы. С таким большим наплывом беженцев наша страна столкнулась впервые с момента восстановления независимости. С начала войны в Украине организация «Тави Драуги» помогла как минимум 8 тысячам украинцев, а сегодня организовала для них концерт и выставку. О складе общества «Тави Драуги» на улице Венспилс сейчас знает, пожалуй, каждый украинец. Однако до начала войны организация помогала малообеспеченным. Знаний о работе с беженцами просто не было. Это было решение на эмоциях, без каких-либо знаний, как делать. Мы чувствовали, что мы можем помочь, и сразу начали действовать. Мы не знали, что будет через час, через день. Сначала мы планировали, что будем помогать 2 дня в неделю организовывать передачу посылок. И после этого мы попали в этот ангар. Теперь понятно, благотворительность будет нашим будущим. До сегодняшнего дня общество помогло уже 8 тысячам беженцев из Украины. А сегодня, в честь Всемирного дня беженцев, общество организовало конференцию, выставку и концерт в Слазском ангаре. Главная цель – привлечь внимание к бегущим от войны людям и изменить восприятие слова «беженец», которое до начала войны в Украине многие воспринимали с негативом. Беженец – это живой человек со своей судьбой, с, возможно, украденным будущим. И про это нужно говорить. На выставке представлены портреты украинок фотографа Улдиса Скродерса. В свободное от работы время многие девушки приходят на склад, чтобы помочь организации и своим соотечественникам. Фотограф отмечает, что у его модели есть схожие эмоции. Одна из них – ужас после побега от войны. В то же самое время в глазах у них можно прочитать гордость за свою землю. Они благодарны и улыбаются из-за того, что мы здесь, в Латвии, им помогаем. Самим добровольцам из Украины, которые помогают обществу «Тави Драуги», не нравится называть себя беженцами. Я не считаю себя беженкой, я считаю, что я временно перемещенная. То есть, и я знаю, что много девочек тоже об этом думает и говорит, потому что многие хотят возвратиться домой. Я никогда не пожелала бы оказаться на нашем месте, чтобы надо было покинуть дом. У многих дом разрушен вообще, некуда даже возвратиться. Вот. Поэтому я бы хотела попросить, чтобы к нам более по-другому, по-доброму относились. Опрошенные латвийским телевидением украинки сказали, что в Латвии их приняли очень хорошо, и они ни разу не столкнулись с неуважением окружающих. Виктория Пушкила-Отто, Занда Озола-Балоде, Артем Кочерян, Рус-ЛСМ, Латвийское телевидение.